у этого съел. Клопа? Ага. Всем привет, друзья! Вы на канале Arloids Life. В общем, едем сейчас с Димой поздравлять девочку с днем рождения. Дима вот он стоит уже, общается. Дима, что за вопрос решается? Ну так, ничего. Ничего? Серьезного? Ничего личного, ничего серьезного. Как все дела? Нормально. Как провел день? День? Да. Проснулся. Расскажи, чем завтракают блогеры кашки. Орловские? Кашки? Я тоже сегодня кашку. Быстрого приготовления только. А у тебя, наверное, такая, да? У меня, да. Вареная. А чем у меня плохая-то? Берешь кашу в пакетике, заливаешь ее в тарелку, засыпаешь в тарелочку, заливаешь молоком, ставишь в микроволновку. 4 минуты и готово. Вкусная кашка. А что тут у тебя роют, да, Дим? А? Что-то роют у тебя, да? Да здесь же ремонт вообще. Полным ходом идет. Да. Так, что нам надо? Все, мы почти купили, все подарки. Угу. Остался торт? Ну, это ли. С вишенкой? Или ну, обязательно? Ну, надо с печь успеть даже. Да? Ну, поехали. С печем. Вот такой, взяли вот такой вот торт. Едем с тортиком, водичка. Что, сейчас столько мне пишет сообщений, хотят уже худи, худи хотят. Ребята, подождите, подождите. Кстати, очень хорошая новость. Сайт мне обойдется не 25 тысяч рублей, а 0 рублей. Потому что у нас, оказывается, есть такая государственная программа. Заехал в контору мой бизнес, они мне открыли самозанятых. И сказали, сейчас в течение 3 дней решат вопрос, переведут деньги уже на счет ребят, которые сделают крутой, вообще офигенный сайт. Так что ждем месяц. Ищем, где поесть, взяли гощи. Не можем вообще найти покушать. Заехали в одно кафе, там бедная одна бегает. Я посмотрел, до нас она дошла бы там через только полчаса. Вот, что касается, только что получил голосовое сообщение, не скажу от кого, по поводу Васи. Вася, короче, вообще не может еще пока в себя прийти. Ой, плохо мне. Отдупляет, понимает, где он находится. Понимает, что он находится в реп-центре. Там, в общем, 12 человек. Что еще? Все молодые, но Вася пока вообще лежит, как амеба. Но понимает, ничего не там, не уже, то есть, потихонечку отходит. Как ты думаешь, сбежит он, Дима? Ты? Наверное, да. Да? Ну, он вообще без набега. Че, ну, кто-нибудь, поверьте Васю, пожалуйста. Скажи, давай заново. Дим, как думаешь, Вася справится? Справится. Вот видите, со второго дубля Димка. Димка это тоже поверил. Верит все-таки в него, оказывается. Вот так. Попытка номер два. Приехали с Димой в Верховье поесть. То же самое. Ничего нет. Кафе молодежное закрыто. Кушать подано. Не понравилось. Там делают девчонки шаурму, не хочется шаурму. Все, в Верховье тоже нечего поесть. Короче, что делает этот повар, Дима? А что я делаю? Я вот хлеб взял. Взял хлеба. Хлеб, гляньте, мягкий, хрустящий. Вообще шикарный хлеб. Но это местный, да, они, наверное? Да, 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 это их. Вот, и идем, короче, в Кебе. В Кебе за колбасой и сосисками. А в Кебе раз нигде нельзя поесть, что? Взять еще снежок вот это, если есть. Снежок. Ну, или, может, там, не знаю. Ты чертов снежок. Глянь. Бекон, Дымов. Молока съесть. Ну, вот. Молока? С ним прямо, да. С хлебом. Да ну, нет, я молоко со сладким любил. Горячий еще, ну, он теплый. Блин, ну, все, ёпты. Я хочу есть. Нам нужно ехать, я не могу голодным. Ну, все, так. Это сам лично малый вкус. Ну, меня вот это мне очень нравится. А чем резать будешь? А там, кстати, у них можешь порезать. Да, все, сейчас идем. О, сейчас мы разорвем. Контент мощный? Мощь. Красота, мощь, да. Все, 42. Все, я тебя жду на улице, Дим. Давай. Эрмигурт. Эрмигурт. Эрмигут Эрман. А, раньше реклама была, это вообще какое-то сложное для меня слово. Так, потом Инди Лайт Индейка. Здесь знаете сколько белка? Сейчас смотрим. Я, короче, шаурму сейчас лобанусь. Белка. Жиров вообще. Ой, это, в общем, углеводов вообще нету. Ничего нету.
Белок, белок, белок. Это уже индейка его. Парить хлеб. Ну, хлеб очень радует. Я хлеба мало ем. И сейчас я это сделаю за месяц. Съем хлеба. И я счастливый как-нибудь. Ладно. Концерт. Так, все, едем. Кто-то вкуснять. Верховье. А Ванек едет в одно место, где мы уже были, и ели там шавурму. Мы уже там сегодня были, сейчас даже, но решили найти кафешку какую-нибудь. Слушай, а вот интересно, ради роллов съешь там, не хочешь? Да они сейчас будут их делать очень долго. Скажу сейчас, опять они вернулись, они уже не хотели уже. Да, они нас уже отправили. Помылись уже, ну, помыли уже место, они там все такое. Ну, опять мы, ну ладно, ничего страшного. Я вообще счастливый сейчас. Ты счастливый человек? Чувствуется вот это. Я вообще тоже счастливый человек, а чё? Да? Ну, да. По жизни вообще? Да, по жизни. По жизни счастливый. Правильно. В общем, решили остановиться в квартал, не знаю. Они уже нас знают. Да. Ну, мы к вам вернулись, в общем. О! Ничего нам не понравилось. Пришли вот в такую кафешку мы. Будем есть. Вот ребят, вкусно здесь? Обед мой. Что, у вас вот хот-дог? Да. Вкусный хот-дог? Мятки, знаете. Все. Вот, да. И йогурт. А мне шаурму все-таки. Да. Видите? Канал называется Орловец. Орловец. Да. Известные. Надо посмотри, конечно. Женщина, роликов много. 270 тысяч подписчиков. Подпишусь. Да, ну, ты что? Подпишусь. Молодец, лайк, репост, рекламите все нам. Да. Обзор приехали делаем на ваше на лучшее место в области. Здесь лучшие женщины. Ну и естественно вкусно все. Конечно, а он. А он лучший комплиментер. Нет, я. Смотрите, здесь роллы даже есть. Ну где еще здесь роллы есть? Да, давайте, короче, самую вкусную шаурму, какую вы посоветуете? Обычно? С роллами. Халапеньо. А, с халапеньо обязательно. Да, острое. Да. А роллы долго будете делать, да? Давайте. А спайси, да, да, Дима уже ел. Ну, не знаю, роллы. А, это роллы долго, да? Ну, сколько вы закажете? Ну, хотя бы сетов на... Миди вкусный. Лаваш обычный. Сырный. Да давайте ладно сырный. А он вообще быстро разводится. Быстро разложить, быстро разложить. Девушка, можете мне вот, ну... Сделать бутеров? Братски хотя бы ножик дать. Порезать. Да вот, порежу я, можете ножик хотя бы, да? Очень вкусный хлеб. А то у вас здесь пекут, да, хлеб? А Валер что не выйдет его? Эти к вам, да? Пока делают шурму, ем колбасу. Вот это правильное питание, утром начинаете кашки. Ну, это очень хорошо. Это хорошо, что ты, блин, если бы чуть-чуть, я не знаю, что я мог съесть. Вот такая большая шурма. Чуть поменьше лимонного хлеба. Хлеб не работал. Чуть не перевернулся. Еще. Ладно, все, нам приятный аппетит, и мы поехали дальше. Да. У нас еще проблема, чтобы на главный шип торт не растаял. В общем, все. Эффект. Большая шурма, я все не вытянул. Диман тут рассел целую, да? Ну, Диман в него вообще вылазит, я не понимаю, как. Он только кричит, что на диете, на диете. А если он начнет есть, то он съедает просто поросенка целого. Я съедаю, там много могу съесть. Угу. Ладно, все, мы поехали. Как там наш торт? Переживаем больше всего за него. Что он растечется. Ну, ты нет. Бы смог бы вот 15 ман съесть? Нет. А я съедал. Ты когда-то убивал? А я нет. Остановились, уже почти подъехали к Кальбине. Остановились, вот такое нашли прекраснейшее просто место, прекрасное место.
Вот, и что? Записываем здесь начало, и нам еще километров 20-30. Дима делает фоточки. Моя работа! Да, Дима делает свое. Всем спасибо! У меня вот, может, без ног. А может, без ног. Ну, ну там, да, потому что... Нет, чуть-чуть. Можно это... Я хотел подойти вот так сделать, но сама вырубилась. Вот и поздравили Альбину с днем рождения. Были подружки, все это увидите на основном канале. Канал называется Орловец, потому что по вчерашнему видео, которое вышло, я смотрю, очень много людей подписалось, которые вообще не знают, что такое, что есть канал Орловец. Есть основной канал, он называется Орловец. Вот, так что заходите. Видео выйдет, не знаю, наверное, на следующей неделе только. Вот, а Дима пришел с чашкой со своей. Когда успел? Что это такое? Рву ягоды. Просто, как откуда ты ее достал? Собирает ягоды. Просто откуда-то вытащил. Выходил без чашки, вытащил. Говорит, давай, ирги, поедим. Ирга созрела. Стала вообще... Замечательно просто, вкусно. Замечательное, вкусно. Сладкое. Сладкое. А, еще какие комплименты Ирге. Вкус. Вкус детства, да. Вкус вил. Вкус. У этого съел. Клопа? Ага. Ой. Вкус детства с клопом. Ну опять. Вообще. А, это у меня руки уже в клопе. Клопиные руки у тебя. Все. Вот он! Глянь, хотел уже съесть. Ну ешь, ешь, ешь. Фу. В чашку его положи. Фу, да. Опять он мерзкий. Шушани. В общем, все, мы поехали в Орел. Сейчас еще съедим пару клопов и домой. Все, всем пока. Не забывайте подписаться.